правовая помощь, просвещение и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Кировского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении многоквартирным домом. Тренинг проходит по тем вопросам, которые поступают и от жителей, и от старших по домов. В основном это, так скажем, вопросы, связанные с содержанием личного имущества, тарифы каким образом формируются, как правильно подать заявку в ту или иную структуру, но в большей степени это управляющая компания и ресурсоснабжающая организация. Потому что не все, так скажем, юридически подкованы. Я не хочу сказать, что люди вообще не разбираются. Люди разбираются, но есть такие нюансы, которые мы как раз и доводим. В Кировском районе областного центра 1550 многоквартирных домов. Практически во всех из них есть председатель МКД. В прошлом году обучение прошли 295 человек. В 2022 планируют провести тренинги еще для 300. В семинарах участвуют председатели ГЖИ, профильных министерств и департаментов, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, участникам выдаются так называемые шпаргалки – рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть не только все ссылки на нормативные правовые акты, которые работают в сфере ЖКХ, но и бланки образцов заявлений. Если у жителей имеются какие-то вопросы в части нашей работы, мы также их предоставляем те материалы, которые получили в ходе обучения, они также с ними знакомятся, и ряд вопросов у них снимается. И, соответственно, проблем и каких-то шероховатостей в наших отношениях становится меньше. Сейчас в рамках электронного документа оборота идут большие изменения. Недавно заработала платформа ГИС ЖКХ. Она позволяет собственнику видеть структуру своего дома, отслеживать работу управляющих компаний. Чтобы председатели МКД умели пользоваться этим ресурсом, проводятся такие семинары. В том числе эта программа позволяет определить старшего председателя МКД, который будет являться администратором по своему дому и управлять всей информацией, которая там есть, включая проведение онлайн-собрания, общих собраний. Соответственно, будут проводить обучение в дальнейшем с жителями этого многоквартирного дома. Напомним, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.